Вы арестованы, владыка. Я говорил, что все будет так. Я был прав. Овечки захватывают власть. Говорим, что мы хотим нового президента. Ты проиграл. Нет. Переворота в стране не будет. Майдана тем... Ты умрешь! Ты! Он... Кукловод. Это он! Кукловод. Я в силах! Сломать эту страну. Но не... Помоги! Помоги! Я устал держаться. Я положу этому конец навсегда. Так нельзя. Его следует судить. И сенат, и все суды в его власти. Его опасно оставлять в живых. Я слаб и стар. Ой, не убивай меня. Он должен жить. Умоляю! Он мне нужен! Прошу! Не надо! Силовики, вместо того, чтобы бить, стрелять и кидать гранаты в мирных граждан, опомнитесь и перейдите на сторону света. Режим долго не простоит. Либо о вас будут вспоминать как о героях, либо как о тварях. Задумайтесь, что будет, когда придет новая власть и вас, голубчики, будут судить. Каждый получит по заслугам. Дорогие белорусы! Ваше мужество неизмеримо, ваше желание, наконец, заполучить заслуженную свободу, восхищает. Мы, ваши братья, верим, что усатый таракан уйдет и оставит Беларусь в покое. Вы сможете быть спокойны, что дети ваши направлены в светлое и главное, свободное будущее. Мирного неба вам над головой, ваш покорный слуга, Ота.